за действительно эксклюзивными новогодними подарками на рождественскую барахолку более 40 участников здесь представили свои антикварные и винтажные вещи. У нас здесь вязаные изделия. Есть часть, которая называется апсайклинг, то есть нам люди приносят вещи, мы их разрезаем на лоскуточки и из них вяжем новые изделия, вот как наши бабушки вязали. Коврики, пуфики, игрушки. Как вообще проходят продажи? Пробуем мы первый раз, поэтому надеемся, все будет приятно для всех. Винтажная бижутерия, она очень-очень старинная, 1950 года по 1999 год. То есть вы ездили, собирали? Собирали, да, на аукционах, да. Как у вас вообще идут продажи? Только недавно сели, поэтому... А вообще в целом хорошо. Представлены здесь у нас советский фарфор, фотоаппараты. Также представитель белорусского, можно сказать, авангарда Владимир Акулов. Недавно его выставки проходили. В основном вещи с советского периода. Интересное занятие, увлечение коллекционирования. Поэтому советую вам всем. Супер! Обожаю эту барахолку. На самом деле, хотелось бы, чтобы в Минске побольше было таких мест. А что вообще здесь покупаете в основном? Винтаж, это посуда, елочные игрушки и украшения. Здорово. Здесь особенная атмосфера, которая вообще прям заряжает на несколько месяцев вперед энергией. Такое душевное, теплое. За этим сюда и приезжаем каждый раз.